Новогодних праздников мы решили угостить жителей Сергиева Посада самым новогодним угощением и заодно попросить их поздравить своих родных и близких с наступающим Новым годом. Здравствуйте. Вас также. Скажите, что бы вы хотели пожелать родным и близким в вашем Новом году? Ну, здоровья, наверное, чтобы мир был. С праздником, держи, это тебе, а это тебе. А чего бы ты хотела пожелать маме с папой, родным и близким в Новом году? Ну, счастья, здоровья. Всего-всего самого хорошего. Чтобы все были счастливы, здоровы. Всего-всего самого хорошего. Чтобы все желания, которые они бы хотели, чтобы все сбылись. Поздравляю всех родных и близких, знакомых и незнакомых, всех-всех с новым, с наступающим годом. Пусть он будет счастливым, радостным, веселым. Ну, чего еще пожелать? Всего того, чего каждому хочется. С Новым годом! Don't worry, Alex. Happy New Year. And Merry Christmas. Yeah, Merry Christmas. Have a nice, I don't know, day. Holidays. Have a nice holidays. Поздравляю всех родных и близких, маму, папу, всех друзей, всех, кто кого знает. Желаю всем добра, здоровья в наступающем году. Дорогие жители Сергиева Посада, поздравляем вас с Новым годом. Привет из Питера. Ура! А чем я поздравляю свою учительницу Елену Вячеславовну. Я тоже. Поздравляю ее с Новым годом, чтоб у нее в Новом году были хорошие ученики, и они ее всегда слушались. Ну что, желаю всем веселья, оптимизма, здоровья, удачи, чтобы друг друга любили, вот, тепла душевного, конечно же, вот, ну и вкусных мандарин. С наступающим!